День семьи, любви и верности с Викторией Беловой прошел в реабилитационном центре «Преодоление». Благотворительный концерт стал особым подарком для главных зрителей – людей-инвалидов первой и второй группы. Организовала мероприятие продюсер социально-культурных инициатив Юлия Новикова. Праздничное настроение, а с ним радость и любовь, в которых особо нуждаются пациенты этого центра, подарили известные российские исполнители. –